Рейтинг алкоголиков по знаку зодиака. Астрологи считают, что знак зодиака может помочь определить склонность человека к алкоголизму. Специалисты составили рейтинг для тех, кому в первую очередь не стоит злоупотреблять спиртными напитками. 12 место. Козерог. Спиртное, по их мнению, отнимает слишком много силы и энергии. Обожающие все контролировать и планировать козероги не позволят алкоголю взять верх над собой. Если это все-таки произойдет, представители данного знака смогут самостоятельно выбраться из этой ужасной ситуации. 11 место. Дева. Представители этого знака знают, что они абсолютно неадекватны в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому стараются не напиваться. Девы вряд ли станут настоящими алкоголиками. Обычно их приглашают на праздники в качестве единственных непьющих гостей. И поручают им следить за порядком. 10 место. Рак. Они не любят напиваться, потому что знают, насколько это чревато для их здоровья. Пожалуй, состояние похмелья для раков протекает тяжелее, чем для всех остальных. Если они все-таки пристрастились к спиртному, стоит сделать семейное собрание. На нем все члены семьи должны выразить свою обеспокоенность поведением раков. Это произведет на них должное впечатление. 9 место. Весы. Злоупотреблять алкоголем они начинают из-за непринятия самого себя и окружающей действительности. Однако постоянная нужда в новых впечатлениях быстро отвадит их от пагубной привычки. Как только на горизонте замаячит появление нового увлечения, они тут же позабудут о спиртном. 8 место. Лев. Представители этого знака зодиака любят выпить хорошего виски за приятной интеллектуальной беседой. В состоянии алкогольного опьянения у них есть всего две модели поведения. Либо они безупречны и милы, либо они впадают в агрессию и крушат все вокруг. Помочь им избавиться от пагубного пристрастия может обычная лесть. Вроде как ты прекрасен и без алкоголя. 7 место. Водолей. Этот знак зодиака гордится умением не напиваться. Дело в том, что употребить в хорошей компании водолеи любят. А вот похмельный синдром просто терпеть не могут. Если они все-таки стали заложниками зеленого змея, родные должны срочно определить причину их саморазрушительного поведения. Это поможет водолеям справиться с проблемой. 6 место. Телец. Это настоящие эстеты, обожающие выпить вина под артхаусное кино или крафтового пива в необычном заведении. Вряд ли они станут тяжелыми алкоголиками. Однако, если это все-таки произойдет, близким тельцов достаточно будет напомнить им о том, что пьяные вечеринки обычно разрушают все их планы. 5 место. Стрелец. Представители этого знака пьют исключительно веселья ради. Стрельцы обожают, когда алкоголь льется рекой. Иногда во время вечеринки они могут устроить небольшой скандал. Однако главный плюс стрельцов в том, что они практически никогда не становятся заядлыми алкоголиками. Чтобы отвлечь их от пагубной привычки, достаточно отправить их в путешествие. 4 место. Овен. Они пьют все подряд и абсолютно не знают меры. В компании нетрезвый Овен ведет себя агрессивно и почти каждый раз ввязывается в драке. Ни в коем случае нельзя давить на этого упрямца в вопросах отказа от алкоголя. Чтобы помочь Овну избавиться от пагубной привычки, стоит действовать только хитростью. 3 место. Близнецы. Вообще-то пьяных представителей этого знака весьма сложно отличить от трезвых. И в том, и в другом состоянии они могут вести себя отлично от общепринятых норм.
и творить невероятные вещи. Дабы близнецы не стали настоящими алкоголиками. Их родственникам придется найти для них новое увлечение, чтобы те окунулись в него с головой. Второе место. Рыбы. Люди этого знака зодиака постоянно погружены в себя. И среди них много тех, кто любит выпить в одиночестве. Спастись от алкоголизма и саморазрушения обычно помогает длительное восстановление в реабилитационных центрах. Близким рыб рекомендуют как можно чаще интересоваться их делами. И не оставлять в одиночестве. Первое место. Скорпион. Представители этого знака, несмотря на внешнюю силу, внутри очень чувствительны и ранимы. Демонстрировать свою слабость окружающим они опасаются, поэтому предпочитают заливать свои проблемы в одиночестве. Интересно, что, дойдя до самого дна, превратившись в настоящего алкоголика, скорпионы в конечном итоге чаще всего выбираются из ужасного положения. Все дело в их любви к тотальному контролю над своей жизнью. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, будет очень приятно. Удачи вам и вашим близким, сегодня и всегда. До скорых встреч!